Привет, друзья! Рада снова вас приветствовать на своем канале Наталья Арт. Сегодня нас ждет обучающее видео. Маркерами будем рисовать груши, учиться, как рисовать объем. Будем использовать все тот же набор из 36 цветов из предыдущего видео. Посмотрите, ссылочка внизу. Я покажу, что с его помощью мы можем рисовать очень разные объекты, разноцветные, и формировать объем. Итак, я предварительно нарисовала груши карандашом. Три разные груши. Одна будет теплая желтая, одна будет зеленая, одна будет красная. После карандашного рисунка я обвожу все линером. Итак, я буду рисовать три разные груши. Одна из них будет тепло-желтая, одна будет такая зеленоватая, одна будет красноватая. Допустим, что это три сорта. Буду использовать палитру. Желтые. Для теней обязательно вот эти. Зеленые. Это у нас пойдут для черенков. Здесь мы будем уводить теплую грушу. Да, она такая будет очень-очень спелая, и красная, может быть, буду добавлять даже в тени немножко фиолетового. Падающие тени мы с вами будем делать холодными, а листики, непосредственно сами листики, я буду делать серыми. Почему? Чтобы у меня не перекликались зеленые оттенки. Я их буду делать green gray. И, может быть, еще чуть-чуть добавлю Yellowstone. Итак, начинаем с самых светлых мест. Прокладываем только там, где мы их действительно видим. Добавляем следующий оттенок, и не забывайте, чтобы не видно было границ между светлым и следующим тоном, нам необходимо вернуться к предыдущему оттеночку, к самому светлому. В этом скетче я использую бумагу скетч-маркер Bristol. Это специальная бумага для маркеров, и она позволяет делать очень плавные и красивые градиенты. Постепенно начинаем формировать объем с помощью теней.
Чтобы придать груше эффект спелости, добавляем теплые оттенки О53 и БР63.
Эта груша у нас практически готова. Добавляем какие-то самые яркие детальки. Черенок и листик. Как я и говорила в самом начале, листики мы будем делать серенькими. Приступаем к следующей груше. Она у нас зеленая, поэтому будем использовать все зеленые оттенки, плюс охру и немножко коричневого. Сохраняем все те же принципы, начинаем с самых светлых участков, постепенно добавляя темнее и темнее оттенки. Почему я выбрала именно груши? Потому что груша – идеальная натура для того, чтобы учиться рисовать форму и объем. Если самый светлый участок у нас с вами слева, соответственно, чтобы закруглить нашу грушу, тень должна находиться справа. Чтобы эта зеленая груша стала живописнее и не выглядела как лягушка, мы добавим в нее коричневых оттеночков. Темные оттенки не очень хорошо видны, им нужно дать время немножко подсохнуть. Делаем серый черенок, ну и заодно следующий листик сереньким. Итак, нам осталось нарисовать последнюю красную грушу.
Обратите внимание, как я рисую такими точечками, тем самым помогаю уже себе, ну, рисовать фактуру. Наша последняя груша практически шар по форме, поэтому все принципы построения шара работают и на ней. Самое светлое место, оно не с самого края, видите, оно чуть-чуть ближе к серединке. И точно так же самое темное место, оно будет не с самого краешка с другой стороны, а чуть-чуть оставим место для рефлексика. Все, что нам с вами осталось, это нарисовать падающие тени. Их мы будем с вами рисовать холодными оттенками, такими как BG83, BG85, это мои вообще самые любимые, и для самых темных B20. Начинаем опять с самого светлого, рисуем всю форму, потом добавляем средний оттенок и самый темный под предметом. Если мы с вами говорим про матовый предмет, то самая темная тень под предметом. Теперь только с помощью белой гелевой ручки и белого пастельного карандаша делаем какие-то акцентики, точечки, полосочки, чтобы наш скетч заиграл новыми красками.
Все, наши груши с вами готовы. Ну а если вы хотите получать уведомления о новых видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать все колокольчики. И до новых встреч. Пока-пока.